Это смертельный номер. Нет, это не смертельный номер. Кошка, короче, вытащила на улицу котенка обживаться. Так, учит его. Взяла его за шкирку. Так, давай. Давай на улицу. Тут собака такая заинтересованная. Кошка ничего не боится. Что тут говорить? Ой-ой-ой. Куся, ты чё? Ой, кошка какая разговорчивая. Ну смотри, что прям, ничего не боится. Все. Она уверена в себе, что эта собака ее котенка не тронет. Сейчас она пойдет сюда. Давайте тебя будем смотреть. Так, собака пошла смотреть. Так, что у нас здесь? Так, Таня, фу. Таня, фу, сказал. Фу, иди. Таня, фу, видишь, маленький котенок. Так, ну что ты? Ну что? Так, контроль. Контроль быть должен. Ну что? Нормально все? Да, Танюня, ну что ты? Ну что ты, моя маленькая? Что ты, моя красотуня? Ты моя Таня, Таня. Ну что, все нормально? Знакомство прошло успешно пока, да? Ага. Ну что? Ну все теперь. Чисто выкинула, да? Ну пускай, давай. Давай, короче, учись. Входи, входи. Входи, да, скажи. В жизнь в нашу. Все, скажи, давай, обретай. Обретай наше здесь все. Все по закону, по нашему, скажи, животного мира. Это, скажи вам, тоже, да, своего рода людское. Какая музыкальная. Куся, ну ты музыкальная кошка, разговорчивая какая. Разговорчивая. Ну все, вот так вот. Любимый город может спать спокойно. Тут меня собаки охраняли, теперь у меня еще кошки будут охраниться, да? Так, ну вот это вот кот-телохранитель, кошка вернее. Все нормально, этот сейчас взрослый вырастет, вообще будет. Ну какой, все, освоился, так. Таня тоже тут присматривает. Ну все. Так, еще одна тетка идет. Ты тут чего у нас? Чего тут? Так, чего у нас тут? Холя. Холя, что там? Ага, ага. Все нормально. Теперь мы можем гулять на улице. Да, Таня? Это у вас, те, кто смотрит видео, привет вам. Есть у вас кошки или собаки? Как у вас вот происходят вот такие вот тоже моменты акклиматизации животных, когда живность появляется новая? У вас любимый город может спать спокойно?